Всем привет, с вами Ростиксон. Как вы знаете, я против всего плохого и за все хорошее. Сегодня узнаем все о CoinEx, их токене, плюсах торговли на бирже, безопасности и о фьючерсах, депозите и о секретных функциях биржи, которые узнают только самые внимательные. И по моей традиции, рандомный зритель, который оставит свое конструктивное мнение в комментариях, подпишется на мой YouTube и телеграм-канал, выиграет $10. Если кто-то сомневается в моей честности, то вас убедит мой телеграм-канал, в котором я заранее определю время, в которое я одним дублем случайно определю победителя с помощью random.org. CoinEx – это криптовалютная биржа со спотовым рынком и бессрочными фьючерсными контрактами. Платформа основана при поддержке производителя майнингового оборудования Bitmain. Криптобиржа работает аж с 2017 года и является частью экосистемы ViaBTC Group. Помимо биржи, в экосистему входит майнинговый пул ViaBTC, криптовалютный кошелек ViaWallet и блокчейн CoinEx Smart Chain. На CoinEx торгуется более 250 криптовалют и постоянно добавляются самые новые и топовые криптовалюты. А суточные объемы торгов более 150 миллионов долларов. Также у биржи есть свой токен SET с капитализацией более 50 миллионов долларов. И он нужен для скидок на комиссии, различных бонусов и участия в голосованиях. Что мне больше всего понравилось в этой бирже, так это то, что вывод без KFC до 10 тысяч долларов в день. Все лучшие фишки со всех бирж. Токен, у которого огромные перспективы роста, как и у самой биржи. Плюс ни одного взлома биржи и крутые партнеры. Так, прежде чем начну подробнее описывать интерфейс биржи и ее фишки, с вас лайк, а с руководства биржи футболка. Начинаем! Для регистрации на CoinEx нужен адрес электронной почты. Биржа отправит на него код подтверждения операции. После установки пароля пользователь получает доступ к торговому интерфейсу. Перед началом торговли нужно включить двухфакторную аутентификацию, привязать номер телефона или подключить Google Authenticator. Биржа сохраняет данные о входах пользователей в аккаунт. В настройках безопасности отображается время и место входа в систему, а также тип устройства, операционная система, версия браузера и IP-адрес, покупка с карты и депозит. При помощи банковской карты можно купить биткоин, эфириум, USDT, лайткоин от $100 через платежные системы Mercuria, Simplex, MoonPay и AdvoCash. Они поддерживают российские рубль, казахский тенге, доллар США, евро, израильский шекель и еще 27 валют. Пополнить крипто еще проще. Выбираем криптовалюты, например, USDT, и выбираем наиболее выгодную сеть, в данном случае TRC20, и отправляем. CoinEx зачисляет средства на спотовый счет. Для торговли фьючерсными контрактами нужно перевести криптовалюту на бессрочный счет, выбрать монету в списке активов и нажать кнопку трансфер. Плечо в бессрочных контрактах до 100 на биткоин и до 50 на альткоинах. Будьте аккуратны, чем выше плечо, тем больше ваши риски, но и прибыли больше. А также доступна маржинальная торговля до 5 плеча. На фьючерсах можно заработать, грубо говоря, предсказав движение на рынке, а понести убытки, если ваше мнение не оправдается. В шапке сайта находятся кнопки для быстрого доступа к торговле. Рынок, все пары CoinEx, биржа, спотовая торговля, контракты, бессрочные фьючерсные контракты. Торговый интерфейс CoinEx включает следующие элементы. Слева список торговых пар или контрактов, история сделок по выбранной паре и состояние торгового счета трейдера. Для фьючерсной торговли в списке пар отображаются контракты USDT-M и CoinM. По центру информация о паре или контракте, график цены, торговая панель и таблица ордеров пользователя. Справа индикатор настроения рынка и книга ордеров. Немного фактов, как формируется индикатор настроения рынка. За последние 1000 транзакций, если больше покупателей, тогда он преимущественно зеленый, а если больше продавцов, тогда он почти весь красный. График очень удобный, можно выбирать нужный вам таймфрейм и рисовать линии с помощью удобных инструментов. Биржа также очень выгодна для майнеров, так как входит в экосистему ViaBTC. Отличная реферальная программа. От 10% до 40% торговых комиссий приглашенных пользователей. Также можно стать амбассадором CoinEx. Ссылка будет в описании. Кстати, им платят от $200 в месяц. Работа не пыльная. Напоминаю, рандомный конструктивный комментатор получит $10 от меня. А теперь вывод. Новички получают простой торговый интерфейс и встроенный индикатор настроения рынка. Профессиональные трейдеры. Скидки на торговые комиссии в зависимости от объема торгов. Основные пользователи биржи – граждане США, а именно 52%. 20% из Англии, а из России всего 3%. Поэтому
этого внизу будет реферальная ссылка. Если вы хотите мне помочь, то регистрируйтесь и торгуйтесь умом. Спасибо за просмотр. По вопросам рекламы пишите мне в ВК. Как вам видео? Лайкни, подпишись и поставь уведомления. С вами был я, Ростиксон.